площадь, оттуда уходи. Оттуда уходи. Тут где-то идти. Короче, площадь тут по Сатпаева едем. Получается, на запад. Короче, площадь всю разнесли. Даже этот телерадио херню зажгли, там, говорят, дымит все. Ну, бля. Вот этот дымит, короче, херня вон. Вот, здесь все перевернуто. Здесь коктейли Молотова готовят, бля. Короче, пипец. Вот Фурманово вверх. Здесь, короче, вообще жесть. Вообще Фурманово, жесть. Сатпаева. Сатпаева проехали по Фурманово вверх. Все баррикады, короче. Все валяется вон. Это у нас получается 5 января 2022 года. Время у нас 9:45 вечера. Это у нас бульдозер горит. Справа, слева хоть. Аккуратно, стрелочки, чтобы можно. Бульдозер у нас горит. Они им таранили, короче. Так, это пожарная машина, короче. Тоже сгоревшая. Это те, которые стояли на этом. На Альфа-Раби Мира. Короче, Белый дом пал. Резиденция президента. Народ гуляет. Сначала Акимат пал. Акимат пал, да. Пожарная вон. Потом вот так они затаранили, короче, отправили этот КамАЗ один, куда забор пробили. Тоже он горит там внутри. Вот вторая пожарка, они, короче, пожарку подгоняли и поджигали их. Вот так штурмовали Белый дом, резиденция президента Алматы. Вот еще пожарная машина сгоревшая. Тут все сломано, люди внутри лютуют. В общем, капец, это стоянка, их не было. Там все машины сожгли. В общем, ситуация такая. Ну, как-то так.